Всем доброе утро. Мишутка, доброе утро. Доброе утро. Мы уже всех провозили, Миша остался один позавтракать. Давай, кушай, пробуй. Яхши? Яхши. Нравится? Да. Приятного аппетита. Спасибо. Бутербродик с икрой. Две штучки у него. Два бутербродика с икрой. Это у нас с сыром бахчеван турецким. Чаёк он себе заварил. Приятного аппетита. Все потом за собой убери. Наклоняйся над тарелкой и кушай, хорошо? Я тут выставила свои кнопочки. С утра работала, в 4 утра проснулась. И как пчелка трудилась. Все, клиентов всех проводила, всех накормила. Теперь со спокойной душой пойду спать. А Мишутке хорошего дня. Всем привет, друзья! У нас там Мишаня сзади. Привет! Да. Нам выдали билеты на концерт в школе у Миши. Миша будет выступать, мы будем зрителями. Ну и не только мы, другие родители тоже, поэтому мчим на всех парах. Нам хорошего вечера, вам хорошего утра. У нас с вами разница 10-11 часов, да. Вот, когда у нас ночь, у вас наступает утро. Можно в мафию играть. Просыпаются в мафию. В общем, в школе здесь организовали такие палаточки. Еду продают. Куда? Там прямо? А, здесь, в общем, еду можно купить, а Миша хочет себе книжку купить. Поэтому мы идем. Поэтому мы идем за книгой куда-то. 500-ю аудиторию еще нам надо найти. Ауч. А, прям в библиотеке это штучка. Давай, шуруй быстрее. А что еще искать надо? Там жарко. А? Ну не до такой степени, мы сейчас выйдем же оттуда. Там жарко. Мы сейчас выйдем. В общем, здесь какие-то книжки можно прикупить. Вот он прям торопился успеть. Бейкинг книжку можно купить. Taste of Home. Моя профессиональная. А ценник непонятно. А тут все про бейкинг книжки. Различные. Такое ты мечтал? Да. Еще пока. А где ты цены смотришь? А, иди бери закрытую. А не, он такой же. Ну давай тогда бери следующую. Ой, мог бы надеть куртку. На, что я таскаю ее? На. А, плакат он еще хотел какой-то купить. Какой ты хотел? 13. А? 13, номер 13. А сколько он стоит? 5 долларов. Ну, бери. Нет, нужно сказать. А, нужно сказать. В общем, это Мишуткина такая вот библиотека. Довольно уютная. Сюда можно приходить читать, Миш, да? Или только брать? Брать. Можно прийти, взять книжку. Ну, а сегодня здесь ярмарка, и можно что-нибудь прикупить. Миша себе купил плакат и блокнот. Он прям мечтал, просил. А я думала, тебе котята нравятся, нет? А, Миша? Нравится. Смотри, смайлики мама любит. Хочешь купить? Не-не, пойдем. Вот такие плакаты. А я думала, ты этот любишь. Котиков, смотри. Собачку, я думала, ты возьмешь. Ой, какая. Мне... Adorable. Красный корвет. На, забирай свои вещи, я не могу столько держать. Сейчас упадет блокнот. Все, Миша сходил на кассу, все оплатил. Миша, не валяй по полу куртку, пожалуйста. Мне вот это интересно, Миш. Смотри. А где ценник? $20. Хочешь, возьми. А зачем, когда папа мне бесплатно приносит?
смотри. Кукис. Кукисы, шмукисы. Такие вот интересные рецепты различные. Пойдем. Папа звонит. Да, еще раз. Вот такая вот библиотека. Сейчас. Алло. А мы в библиотеке. Да. Что, нам тебя ждать? Давай. Она ее не пускает? Hi. Наверное, не пускают. Тут только дети. В общем, Мишу мы отправили в 500-ю аудиторию, как нам сказали. Сейчас мы вам в окно попробуем показать. Кстати, зрителям очень повезло, что они не слышат этот гвалт. Почему они не слышат? Ну, через окно не так слышно, как внутри. Вон Миша стоит. В общем, дети сейчас будут репетировать, а мы пойдем уже в актовый зал. Или как он назвал этот зал? А вон Марк. Ага. А Миша где? Ну как-то пошел туда направо. Ну что-то Марк совсем не серый костик. Ладно, пойдем. Ну прохладно, может, поэтому. Все, мы оставили ребенка и идем в зрительный зал. Сейчас у них полчаса будет репетиция, а потом будут танцевать перед родителями. Super excited to have our students perform for you tonight. They are very excited. And I would like to start by thanking a few people. First, I would thank you. This was all their idea, and they have just gone above and beyond in finding all sorts of ways to make this a wonderful year for our students. So we appreciate all of their efforts. We certainly could not have done it without the amazing talents of Jeannie Larson. So let's give her a hand as well. Welcome to this great day. Now the fourth graders, we didn't catch our spot. Fifth graders, almost had them. But we are pretty much positive that our sixth graders are gonna catch this guy. So, Nordyce class went out and got amazing Charlie's Angels. Thank you.
we do. Where are you?
round of applause. Thank you so much to the volunteers and the teachers. Thank you all. Please exit out this way, doors. Pick up your kids on the way out. And thank you all so much for having fun. You need to sign me up for weddings or funerals. Привели мы теперь Алексея сюда. Еще раз закончилось мероприятие. Мишутка отвыступал. Гарри Поттер, Миша, видел? Молодец. Какой-то сколько стоит? Смотри, еще. Как узнать? Сзади где-нибудь наклейка? Да. А что внутри приклеено? 53,99. Вот там вот она стояла. Это была шоколадная книга, типа шоколад, и она откусывала. А вкусно было? А это бесценное. Здесь нету. Кто-кто? Там Ричард, я думаю. В общем, вот такая библиотека. Ты сюда часто ходишь? Ну да. Да? Раз в неделю. Молодец. Нам говорят, у нас урок такой, библиотека. А это вот все, что здесь, или где-то еще есть? О, покемоны купить, но он 15... Он меньше стал стоить, он $15 стоил. Ну, ты же уже купил. Нет, я хотел. А книжки вон там, в глубине стоят, типа, по карту. Это... То, что продают, а там то, что... Ладно, пойдемте. Пойдем. Вот Миша вот такой купил. А этот тоже такой. Он хотел именно тот. Компьютеры здесь тоже позаниматься можно как-то. Посидеть, да? Смотри, ты это в уши засунешь. Беруши? Это не беруши, это писать хайлайтеры. Не открывается, видишь, крышка. А почему в уши? А как писать, ушами? Не, берешь так вот и так вот пишешь. Yeah. Все, как это. Книга рекордов Гиннесса. Да. Миш, сколько стоит? Вот. Убери руку. Вот. 30, что такое ган 30 баксов. И ус? 35 баксов. 30, наверное, ус. Вот это. US. Да. Канада. А, Канада. В Канаде дороже стоит. Нет, просто канадский доллар дешевле. А, понятно. И что, это прям настоящее? Что-то она разная. Смотри, обложка у нее одинаковая. Одинаковая. Ну да. Сейчас получают увеличение вели. Раньше было много разных таких претендентов, которые всякой дичью занимаются. Все-таки вредно для здоровья. Все это убрали. Раньше полчаса было. Аватар видел, Миш? Миша такой мультик смотрел. Пойдем. Прикольно. Пойдем, Миш. Сколько такая стоит? Amazing. Еще там каждый лист такой. $10. Нет, не каждый. А если бы каждый был бы прикольнее было бы, да? Угу. Но мне еще было бы написано. Ну да. Ладно, пойдем. Про кристаллы. Про золото. Классно, в принципе, знаешь, это. Вот. А я знаю, я ходил туда на собрание твое. Я знаю. Вот, мне удобно ходить, да? Может, библиотек просто вышел, вот надо вот. Там есть отдельный прямой ход. А, прямо из кабинета своего библиотека, да? Ну, еще из кабинета. А что значит umbrella drop zone? Что, выкидывать амбреллы надо? Нет, оставлять. А, оставлять.